Девочки, я решила сегодня приготовить фаршированную курицу с яблоками. Сейчас вам покажу. Можешь помочь? Чеснок нужно порезать. Только чеснок. Жань, тоньше, пожалуйста. Да, на 3. Равномерно, да, аккуратно протираешь. Прям вот все вовнутрь. Ага. Засовывай. Аккуратно смотри, чтобы яблочки не упали. На проверять, не порви пакет. Посередине. Да, посередине. Час прошел. Теперь мы готовим соус. Соус у нас майонез и чеснок. Вот это все мешаешь. Достаешь курицу из пакета. Намажь соус. И снова в духовку на полчаса. Быстрее это все делать, пожалуйста. Соус, как мы уже говорили, я сделала из чеснока и майонеза. Ты там намазал? Да. Давай в духовку на полчаса. Ага. Вот такая она румяная у нас, золотистая корочка вон сверху. Девочки, очень легко готовится, как вы видели. Рецепт очень простой, поэтому всем приятного аппетита, пожалуйста. Не бойтесь семейной жизни, все оказывается очень легко и просто.